Сейчас ты, значит, орёт и доли. Беру, мы делаем кайтен, поднимаем вот эту ногу сюда, выводя партнера чуть-чуть. Вот он сюда подтягивает ногу. Вот так. Ну, может оставаться, смотрите. Отсюда мы делаем шаг, поднимаемся в стойку, вытягиваем ногу назад. Принимаем и разворачиваем ногу. Вот так. Отсюда. Внизу. Еще кайтен и ногу назад. Раз. Два. Внизу. Второй способ. Второй способ. Отсюда ставим ногу эту вперед. Делаем, выходим. Кайтен и назад. И входим. Раз. Нога на 90 градусов ступня. Один способ. Кайден сразу. Шаг назад. Шаг назад. Второй способ. Вход сюда. Это золото. Мы делали в начале, да? Рюкзак, пинкан и к центру. Когда мы находимся здесь, мы не можем это сделать, эту форму, без того, чтобы потерять равновесие. У него преимущество. Вторая рука, она фиксирует нас больше. Нам надо сначала перейти вот. Первая часть, это мы выходим в то же положение, которое мы делали с Айрусу стойки. То есть первая часть, это нам надо подойти к этому положению. Раз, два, это еще не это положение. Три, вот мы подготовили. И теперь уже вошли. Делать раньше мы не будем, если мы будем пытаться отсюда. Раз. Два. И вот здесь делаем, вот здесь возникает проблема. Он не будет нам давать подняться в эту точку. Ее мы должны пройти внизу. Эту точку мы проходим внизу. Вот. И вот теперь мы. Иначе он нам не даст ее поднять. Зачем нам давать вставать? У него преимущество. Поэтому вот эти вращения в этой плоскости. Мы как бы работаем в уровне гитары в данном случае.